как Севкаф ТВ. Пам-пам-пам-пам. Здравствуйте, вы заглянули на канал «Охота. Мое хобби». Я могу сказать, что, собственно, вот он и подошел к концу сезон охоты по жидкой воде. Все, это у меня, ну, наверное, правильно сказать, крайняя охота в этом году на лодке. Да и вообще на даче. Я сейчас все приехал. Покатаюсь, поохочусь, поснимаю, лодку сворачиваю и дачу закрываю, и на этом все. Уже потом переключаемся на зимние охоты. В общем, что, пробуем, охотимся. Сейчас я перегоняю лодку туда. Там неподалеку есть лагерь рыбаков. И бобр, который там обитает, он, в принципе, к людям, так скажем, привык. Ну, то есть, если где-то будет какой-то шум, разговор, для него это уже в порядке вещей. Запах человеческий, да. Есть у меня мое суперзелье. И мы его на сапоги, я себе лью его. На всякий случай, чтобы и человеческий запах перебить, и бобра заинтересовать. Я думаю, так. Одет я по-зимнему, термуха и зимний костюм. Жарковато, конечно. На улице у нас уже сегодня -1. Вчера лил дождь со снегом, но пока еще глубокая осень. Зимой пока и не пахнет. Следующая неделя вроде тоже у нас пока еще осень. Ну, снежок обещают. Не знаю. Ну что, наверное, все. Ну, время у нас еще есть. Я сейчас еще там небольшую разведку проведу с лодки. Посмотрю активность, потому что там очень много он вот таких вот деревьев поднадгрызывал. Но я сейчас обязательно вам все покажу. Посмотрю места подхода. Может быть, даже и засидку сделаю. Не знаю. Сейчас по месту посмотрим. Потому что меня здесь уже не было 2 недели. На капканы мы уже бобра поймали. Естественно, уже азарт немножко сбили. Мясо наелись. Поэтому цель только с ружьем. Тоже их беспощадно их тоже не надо уничтожать. Ружье я всегда, когда подхожу к бобриным местам, я заряжаю. Вот на данный момент оно заряжено у меня картечью. Несколько раз я уже подъезжал к хатам там для разведки, что-нибудь посмотреть, активность бобра. И несколько раз я видел, как бобер за мной наблюдает. Ну, то есть можно было стрелять. Такие моменты тоже. Сюда я сейчас на эту хату приехал проверить, потому что здесь было выловлено, ну, мной были выловлены бобры. И я смотрю на нанесенный мною им ущерб. Не пропала ли здесь активность? Активность не пропала, нет, они заготовили кучу веток себе на зиму. И себе живут дальше спокойно. И, надеюсь, будут жить и плодиться. Ну и дай им Бог. Месте столик заготовили большой. В принципе, большая активность. Вот погрызанная палочка там на дне, все вокруг, вон они валят деревья вот на той стороне. Все перегрызано вокруг, но много новых начали вон там, все перевалено. А теперь самое главное, я исправляю свою ошибку. Вот они, эти хвостики. Тут даже целый хомут бросил, скотина. Забираю обратно все хвостики. Вот я какой поганец. Где еще? Должен быть еще один хвостик. Вот он. Все.
все. Так что я свою ошибку исправил. Вот я кидаю в лодку. Еще ветром сдует его. Все, довольны. Так что дизлайки-то поубирайте с предыдущего видео. Красиво у них тут костровище камушком обложено. Под столом дрова заготовлены сухие, чтобы приехать и сразу же начать тут костерчик сделать. Ну, в общем, классно, уютненько. Ничего мы здесь сорить, мусорить не будем. Тихо, мирно посидим, подумаем полчасика. И можно, наверное, потихонечку уже одевать наушники и вслушиваться. Может быть, я даже сейчас туда вглубь прогуляюсь. Там место интересное. В общем, здесь их, скорее всего, несколько семей. Очень много. Нужно на следующий год этим местом плотно заняться. Потому что очень много погрызов в округе. Я туда дальше, я место новое нашел, кстати. Там их прям вообще тьма. На лодке я туда дальше не стал лезть. Думаю, не надо. Я сейчас с миром ушел оттуда. Сейчас сижу здесь. Ружье уже заряжено. Чтоб лишних шумов не делать, на предохранитель. И сидим, ждем. Сумка моя всегда. Я с собой беру. Вот в чем ее преимущество? Не таскать с собой большой рюкзак, а вот именно маленькая сумочка. И в ней все необходимое. Сейчас камеру на голову. Наушники, наверное, уже можно тоже подготовить. Хотя бы вот так пока. На шею что-то. Остался ножик и бинокль. Все это дело закрываем. Ну что, бинокль, я сейчас туда вглубь иду, тоже может пригодиться даже вдаль посмотреть. Появилась активность, не появилась, то есть вышли они, не вышли. Ну, я, наверное, так и поступлю, сейчас туда уйду. А сюда потом, даже если здесь они сейчас начнут работать активно, пилякать, то я сюда всегда могу вернуться. Да, я, наверное, сейчас туда пойду и там посижу, там засидку сделаю. А сюда уже с подхода. Да? Я знаю, что ты сказал «да». Значит, я иду. Сейчас экшн-камеру приготовлю. Лишнее я оставлю все в лодке. Так-то, в принципе, людей нету. Хотя на берегу машин полно. Но есть. Щука идет активно. Да, этой суперзелем своим я себя облил. Сижу, воняю, как бобер. Ладно, я не буду разговаривать здесь лишний раз. Я, наверное, пошел. Или еще посидеть, подождать. Да, надо пойти водички попить. Жалко, чай не взял. Сейчас бы посидеть, чайку попить с термосочка, с шиповничком. Было бы шикарно. Эх, Евгений. Хоть бей сам себя. Приехал неподготовленный. Ну как без термоса с чаем, а? Ой-ой-ой-ой. Красиво здесь, интересно. Вот тоже всегда переживаешь за лодку. Вот сейчас будешь там сидеть где-нибудь и переживать, и переживать. Так-то крикнуть всегда можно. Ребята, картечь летает далеко и больно. Ну что, завершил я охоту. В общем, в сумерках они не вышли. Они вышли уже глубокой ночью. И начали активно грызть. Но к деревьям не притрагивались. Естественно, они грызли. Они вышли кормиться. Они грызли мелкие веточки. Это было отчетливо слышно. И
На этом все. В сумерках была тишина. Просто стоял, тихо, неподвижно. И тишина. Как только стемнело, я услышал первый всплеск. Четливо слышно, как бобер нырнул. Потом там вышел. Слышно то, что тык-тык-тык-тык-тык зубами бьет, грызет мелочь какую-то. Не скребет по дереву. Вот такая у нас попытка добыть бобра, ничего не получилось. Вдарил мороз. Прям чувствуется по рукам, руки замерзли. Морозик долбанул. Все, вот такое вот закрытие. Провели время на охоте. Сейчас возвращаемся домой, топим баню. Закрываем все и завтра уезжаем. Что дальше? Дальше. Я путевку сюда хотел взять, позвонил опять же. Мне зарядили 5000. Это несерьезно. В том году 6 было, в этом 5. Но я не знаю, может для московского региона это нормально. Но для нас, где даже участников у нас здесь, средняя цена 1500-2000, а тут резко 5. Хотя я бы не сказал, что тут прям такие прям супер-пупер охотугодья. Есть зверь, конечно, но не так прям уж в достатке. Есть охотугодья, где намного больше зверей. Поэтому принято решение. В понедельник беру путевку опять на госуслугах. Заказываю через госуслуги и получаю ее в МФЦ. Получаю через 5 дней где-то, ну как раз к выходным, если снежок ляжет. Будем ездить опять туда, куда в том году ездили, пробовать. Хоть я тех мест и не знаю, но кое-что в том году нам удалось выведать, разведать. Поэтому будем ездить туда на зайца. По возможности, конечно, далеко, ну а куда деваться, 120 километров. По возможности будем выезжать, может быть не получится каждые выходные выезжать. Ну накладно это по финансам как бы. Машина у меня не маленькая, хавает. Но будем пытаться и будем стараться выезжать охотиться. Все, осень закрыта попыткой охоты на бобра. Плотно переключаемся на зимние охоты. Лодку я храню вот так вот на открытом воздухе в перевернутом состоянии. Просто баллоны приспускаю, сейчас надо залезть спустить их. Сейчас они забиты. Ну, не так уж прям и забиты. Но все равно я приспускаю ее чуть-чуть, чтобы меньше натяжения было. Мороз сильный вдарил. У нас вот все. Вода замерзла. Ну, где-то минус 5 сейчас. И все. Вот так хранится уже много лет, и ничего ей не бывает. Прямо на открытом воздухе. Накрываю еще тентом и ёшнем. И все. Сейчас хочу шиповник собрать, чтобы морозными зимними охотами наслаждаться чаем из шиповника. Сейчас я вот этот весь его соберу и поеду, отстреляю свой тозик. Вино делают из шиповника. Я делал как-то. Сладковато получается. Но вкусно, необычный вкус. Надо как-нибудь еще сделать. Собирать лень, много надо шиповника на вино. Очень много. Вот прям можно. А тут какая-то у него болезнь, вот такие ягоды не собираем. Плесень. Собираем четко. Целые ягоды. Вот такие тоже я уже вот черные. Я не рву. Вот. Тоже. Ну, зрелые. И целенькие ягодки. Без этих плесневых штук. Что-то какой-то он здесь весь больной. Сейчас еще там у меня одно дерево есть. Там соберу здесь, наверное. Выбирать надо. Вень с плесенью. Как бы привкус не дал. Вот еще калина есть. Вот интересно, ее можно в чай? Забацать. Напишите, что с ней можно с калиной сделать. Ну, то, что с сахаром перетереть, это понятно. Красиво.
Чем старше становишься, тем начинаешь уже вот такими вещами любоваться. Это уже все. Переходный возраст в старость. Нарву, а вы мне напишите в комментариях, что с ней можно сделать. Так как зимний сезон не за горами, ну, по сути, он уже наступил, зимний сезон охоты, просто снега пока нет. Ноябрь, 26 ноября, вот-вот уже декабрь, то есть и зима. Сегодня мороз, я не знаю, ну, градусов 8 точно есть минус. Вот, так как у нас основное ружье зимой будет 34-й тозик, мало ли каких охот выгорит, я хочу еще раз его проверить пулей, картечью. Единицей было с ним все нормально, если по зайцу ходить с единичкой, это я помню точно. Ну, на всякий случай я проверю прошлогодние патроны и еще раз проверю троечкой. Сейчас на заднем плане вы видите белый щит, дистанция 50 метров. Отстрелять хочу пулей. Пуля получается у нас шаша. Стреляет не спеша. Раз, два и еще две. Четыре выстрела пулей. Пуля снаряженная на соколе. Закручена звездой. Попробовал впервые. Попробовать звездой стрельнуть. И еще такой момент. У пули хвостовик, обтюратор, если правильно сказать, он прикручивается шурупом к пуле, к телу пули. В те разы, когда я стрелял, я плотно прикручивал, и хвостовики немножечко как-то кривовато были. Сейчас я просто их отпустил, шурупы, и они там болтаются. Ну, то есть я думаю, что, надеюсь, что хвостовик отделится от пули, и посмотрим на результат стрельбы. Давайте приступаем. Стрелять, естественно, так как мы проверяем сейчас не меня, а ружье, стрелять я буду с упора, с капота, применив вот такую вот подушечку для стрельбы. Блин, центр смутно вижу, но все равно вижу. Пробуем, стреляем. 4 выстрела подряд пулей, который мне подогнал Дима, дважды отец Дмитрий. Брыкается. Все нормально. После сокола стволы, как всегда, засраны. Гильзы не бросаем. Гильзочки хорошие. Еще на один заряд точно хватит. Еще делаю сразу же 2 выстрела. Где еще одна? Ага, вот она. Еще 2 такие же пули. Наклеечки Stick Hunt. Реклама. Крепко бьет. 2,3. Но я делаю по рецепту банки. 2,3 сокола. Многовато. Приятный запах. Пойдемте посмотрим, потом проверим картечь. Что-то я занизил. Ну, примерно вот так. Сантиметров по 20 между ними. Дистанция 50 метров. Отстреляли пули, результат не впечатляет. Проблема не в ружье. Это я точно уверен. Проблема в снаряжении патронов. То ли вот эта закатка звездой к пуле не подходит. Не буду я больше ее применять, буду закатывать. То ли слишком много. Ну, брыкается сильно, я же говорю, прям сильно брыкается. И подскок сильный. Поэтому пули мы будем переснаряжать еще. Далее идет картечь 8,5. Магазинная, это фетер. Пробуем. Сначала стреляю с верхнего, ну, с одного ствола. Иду, пойду, посмотрю. И потом с другого. Картечью буду стрелять 2 раза, чисто для своего понимания. Еще раз перепроверить.
Вот, вот это нормально, комфортно. С верхнего ствола стрелял. Здесь чоки довольно-таки крутые. Картечь 32 грамма, 12,70. Вот это комфортный выстрел. А тот прям на уровне магнума. Очень сильно. Нет, это не пойдет. Пули надо переснарядить по-другому. Верхний ствол. Вот одна, вторая, третья, четвертая. 50 метров квадрат. Ну, кабан точно поражен. На 50 метров. Хороший результат картечью. И тем более одна вообще в центр вот прилетела. Пробоины в шифере есть. Хороший результат. Запомним их и стреляем с нижнего ствола. Опять же, хороший, комфортный выстрел. Ну, хоть и по щеке немного леганул, но это я слишком сильно на гребень лег. Хороший, комфортный выстрел. Попадание было, четко было слышно по бумаге звук. Я вижу отличный результат. В тот раз картечь не полетела, в этот раз полетела. Раз, два, три, четыре, пять. Но что-то я, это я уже взял в сторону немножко. Вот шестая, скорее всего. Шесть. Картечью ружье стреляет прекрасно. А я уже расстроился, в тот раз она что-то не полетела. То ли с патроном была, то ли руки были кривые. Сейчас все в порядке. Мне нравится, как ружье стреляет картечью. На 50 метров вообще шикарно, мне нравится. Собственно, на этом все. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Если вам не жалко, не будете пропускать новых видео. Я поехал домой париться в бане. Теперь уже, наверное, аж в следующем году попарюсь после этого. Надо сегодня хорошенько пропарить кости, собрать все вещи и выезжать в город уже до весны. Давайте, ребят, всем удачи, всем пока!